2017 год стал не таким богатым на соревнования для Александра Комарова. Мариуполец готовился к главным стартам сезона – чемпионату мира. Однако соревнования для украинских пловцов в связи с землетрясением в Мексике так и не состоялись. Завершающим стартом уходящего года стал чемпионат Украины. Я выступил хорошо и по результатам, и по медалям. Завоевал 4 золотых медали. В принципе, доволен. Александр Комаров стал чемпионом на дистанциях 50 метров вольным стилем и баттерфляем, и на 100-метровках на спине и брасом. Самая напряженная борьба была это на 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем. На 100 метров на спине я выиграл всего 0,01 секунды, а на 50 метров баттерфляем 0,09 секунды. Даниил Чуфаров с чемпионата Украины привез серебряную награду, которую завоевал на новой для себя дистанции 50 метров брасом. Борис Яковенко, Виталий Шостак, информационная программа «Зеркало».